Блядь, что-то я не заметил, дядя Коль. Вы если что, орите. Я думал, кулик летит, он взлетел же. Или вы просто целились? Ну там утка была. Черок, ну. Ну можно было, да? А? А-а-а. Вон еще две пошли, дяколь. Но они сейчас сядут вон так, тальлы. Хотя они на поворот пошли. Блять, кусты. Не туда приплыли, блядь. Фарватер где? Где тут обходить? Я еще не разбирался, но говорят, будет подниматься, но все равно как бы хорошего мало, если ебанет. Вон. Хуя не успеем, далеко, дякон. Поздно заметил. Я сейчас посмотрю, я эту хуйню защелкнул или нет. Я ее не защелкнул как раз, блядь. Ее, наверное, надо защелкивать. Взлетели, да? Поздно заметил. Может быть, бобр посмотреть. Вон еще. А, нет, это не утки. Но-но-но. Я уже газ хотел сбросить. Блять, поздно, сука. Но это два черка те, которые и были. Они сюда и летели сесть. Так много попадается, не то что просто сплавляться. Сейчас только самое главное успевать вовремя.
тут могут быть тоже. Обычно с этой стороны сидят. Самое главное, чтобы нигде дерево не застрявшее было. Здесь вот бывает. Вот это, наверное, бревно и было здесь как-то один год. Два раза подряд вроде. Что там? Я думал, вы целиться собрали. Не знаю, мне как-то с утра больше на бобров не везет. Я их мало видел. Больше вечером, блядь. Вон еще две полетели, блядь. Те уже за поворот ушли, эти, наверное, те черки прилетели. Там не бревно или просто край одного чего-то торчит возле куста. Нету ничего, да?